И смотрите, долго, очень долго готовился Клоков на 193 килограмма. И смотрите, фиксирует этот вес третьей попыткой. В Олимпийском Пекине 2008 за него болела вся Россия. 12 лет спустя Дмитрий Клоков снова отправился на Дальний Восток. За 90 дней на личном автомобиле должен добраться до Владивостока и снять фильм о путешествии для личного YouTube-канала. Часто приходится переезжать ночью, иногда ночевать в машине, иногда есть время город посмотреть, иногда нет, потому что главная цель — это все-таки смотреть и общаться о тяжелой атлетике. Вчера был в Костроме, сегодня познакомился со столицей Золотого Кольца. В Ярославле Клоков впервые. В каждом городе обязательная тренировка. Сегодня она в зале, которому камеры не чужды. В этом зале в 2016 году снималось кино «Тяжеловес» про тяжелую атлетику. И вот здесь примерно также в том же составе мы все и присутствовали, участвовали в массовке. Для Алексея Костилина мастер-класс от Клокова — еще один этап подготовки к чемпионату России. Позавчера о нем заговорили вне спортивных достижений. Помог справиться с огнем в подвале многоэтажки. Это, можно сказать, подготовка к России, потому что нужно пройти все – огонь, и воду, и медные трубы. Если бы завтра был, то еще не готов. Еще месяц, и выйду своим килограммом. Ярославль для Дмитрия Клокова – 18-я остановка по ходу пробега. Впереди еще 72 дня путешествия. Дмитрий Жданюк и Антон Комаров. День в событиях.